который мне, можно сказать, буквально приснился в минувший понедельник, так что это его премьерное исполнение. Обрывок летописи, эпиграф из Михаила Щербакова. «Завтра будет все иначе, чем было, а меня убьют на войне». Вокруг алтарей царит оживление, ярко блестит ритуальная медь. Боги жрецам посылают видение, древняя раса должна умереть. Флаги ветрами степными полощутся, хрипло вещает, не в силах запеть. Сказитель слепой на базарной площади, древняя раса должна умереть. Воины ждут от вождей повеления, скоро шагам легионов греметь. Клич разнесется над полем сражения, древняя раса должна умереть. Старый ученый исчислит столетия, будет пергамент от строчек гореть, для того, чтобы снова рождались дети, древняя раса должна умереть. Купцы, как велит их старинные обычаи, обходят амбары за клетью клеть. А хватит ли места для славной добычи? Древняя раса должна умереть. Я просыпаюсь в кошмаре без времени, силясь порвать эту душную сеть, но шепчут опять позабытые тени. Древняя раса должна умереть.